Приветствую вас, друзья мои! Уже снова наступило знаковое событие нашего канала, а именно 10 тысяч подписчиков в Телеграм-канале. Если вы до сих пор не там и хотите каким-то образом ускорить следующие ивенты, следующие события, следующие важные события нашего проекта, для того, чтобы разбирались какие-то специальные релизы, устраивались голосования и так далее, подписывайтесь прямо сейчас. Также, если вы хотите влиять на всевозможные выпуски, выбирать, что будет разбираться, голосовать за то, что будет разбираться и обсуждать всевозможную движуху, опять же, туда. Вот, а сегодня мы разберем релиз, за который проголосовало практически столько же людей, как и за Old Blood Бульвара Депо. Был дичайший замес, 34% на 34%, 20 тысяч проголосовавших, поэтому, опять же, не буду душнить вас ожиданиями. И вот сразу вот так. Оп! Да, сегодня разбор Платина и Оджи Будда «Сладких снов». Релиз 2018 года. Что хочу сказать? Хочу сказать, что трек группе мы слушали. Мы слушали с Алишером Моргенштерном на совместной трансляции, когда разбирали творчество Платина и Лил Кристалла. Вот. Трек реально сильный. На мое удивление, потому что все-таки 2018 год. И вот опять же к ожиданиям. То есть после прослушиваний OPG City, после прослушиваний «Пятый круг», ну, честно говоря, в общем, свежие релизы артистов мне заходят гораздо больше. Те вещи, которые я слышал там, мне кажется, у них очень большой и хороший задел, потенциал, но непосредственно реализация. То есть, как законченный, завершенный продукт, который бы мне хотелось переслушивать, ну, я не очень много треков оттуда наловил, скажем так. Поэтому, с одной стороны, с точки зрения того, что я слушал до этого ранних годов, у меня ожидания, ну, прям не очень такие хорошие. С другой стороны, когда мы слушали группе, это реально был вайбовый крутой трек. Там, по-моему, вторая часть в особенности. Вот, поэтому непонятно, смешанные чувства, очень коротенький альбомчик, 7 треков я здесь вижу всего, возможно, какие-то треки, скорее всего, я слушал частично кусками в лайве, ну как в лайве, это был не совсем лайв, на клаб-шоу, наверное, где Платина выступал, возможно, он что-то оттуда пел, Будда тоже выступал, возможно, там что-то тоже было из того, что есть здесь, возможно, но в любом случае, так, чтобы вот слушать и вникать в ушах, внимательно разбирая целостно трек вместе с текстом, такого не было никогда, поэтому, скорее всего, оно пойдет, вот кроме трека группе, оно пойдет как первое впечатление. Вот. Поэтому что? Приступим. Конечно же, постараемся погрузиться, но мы тут, как я понимаю, не очень погрузимся. Да, потому что описание, тут вообще какой-то инфы, ну типа не очень много. Да, не очень много у нас описания, не очень много инфы, но что есть, соберем и послушаем. Неожиданно вышедший совместный релиз Платины и Будды «Сладких снов» является подытоживанием прошедшего 2018 года. Слушательская фан-база отечественных трэп-артистов растет по геометрической прогрессии. Ну, как-то косноязычно. Слушательская фан-база. Так фан-база это и есть слушательская база по геометрической прогрессии. Ладно. Да ёб не к месту. И как всем известно, слава имеет две стороны медали. Парни говорят о своем лайфстайле, о резко изменившемся отношении людей к ним и о плане покорения новых вершин. Ну, в принципе, план покорения их новых вершин, начиная с 2018 года, более или менее нам понятен в 2022 году, да? Вот, и сказать, что 2021 год для обоих артистов был, ну, реально очень крутым. Как можно увидеть, кстати, вот здесь у нас на шапке артист года. Альбом года и второе место, занявший трек года, опять же. То есть, ну, типа, здесь все распределено очень грамотно у нас в шапочке. Все в зависимости от того, кто какие номинации занимал, да, за что вы, собственно, голосовали. Поэтому у нас все очень точно, очень четко. Короче, их планы покорения, вот они. И самое главное, то, что меня интересует, на январь 22 года, это что они могут сделать больше. Что они могут сделать еще? Потому что заявить себя так в 21 году, сделать столько всего, так себя показать, да, если честно, немного волнительно с точки зрения того, что, типа, чтобы хотя бы просто удержаться на той же планке, удержать те же позиции, надо уже сделать гигантские просто усилия, надо сделать очень много всего, чтобы просто повторить успех 21 года, да. Ладно, вернемся в 18 год. Релиз спродюсировали. Young Emphasis, да.
Чупи, Cortez Black, Black Mayo, CGD и Reality Beats. Окей. Окей. Октябрь 18, ну почти, да, почти конец, почти 19 год. Хорошо, слушаем, друзья мои, погнали. Первый трек называется Blood Sea Walk. Может быть, тут что-то написано, прежде чем включать? Нет, ничего не написано, никаких у нас нету рассказов, показов, объяснений, чего-то прочего, просто трек. Слушаем, Blood Sea Walk, погнали. Возьми всем этим хаос. Возьми всем этим сукам. Возьми всем моим пацанам. Возьми всем шаурау. Ты знаешь, мы курим горох. Да. Ты к 18 уважаем пусси. Пока 18 курим жирные члены. No homo, bitch. Я уже буду в этой сутке. Теперь настало такое время, что мне звонит бывшая, а теперь уже мне похуй. Так, ладно, танцую всего. Чувствую себя как Дилок. Я купаюсь в суках, но все равно одинок. Эй, выхожу на блок, на мне куча флип-флопс. Эй, ладно, танцую всего. Чувствую себя как Дилок. Я купаюсь, сука, все равно я одинок. Выхожу на бар, а мне Gucci flip-flop. Курим жирный член, эй, рядом шутера, эй, среди них свой чел, эй, АК-47, четырехкратный прицел. И мы скуриваем фагбоев, превращаем их в пепел. Шку-шку, я хожу с блантом по Будапешту. Я трахаю красивую венгерку. Она секси-секси. Окей, my life is a blessing. Она катает меня на Мерседесе. Подруга оказалась годной мамой. Мама, она нашла во мне эту забаву. Детка, молодой, тупой, но интересный. Твоя детка любит мои песни. Моих деток. Я курю кайса, как Оджи Будда. Будда, эй. Детка, ты мне даже не подруга. Я тебя не поцелую губы. Грязная мама, плохая сука. Ладно, танцую всего. Чувствую себя как Дилок. Я купаюсь в суках, но все равно одинок. Эй, выхожу на блок, на мне куча флип-флопс. Эй, ладно, танцую си-вок. Чувствую себя как Дилок. Я купаюсь в суках, все равно я одинок. Выхожу на блок, на мне куча флип-флоп. Да. Первое, что бросается в глаза, естественно, вот трек звучит для меня лично совершенно не вайбово. Но, потому что ребята, вот Будда, да, в особенности здесь Будда, не дожимает ни по харизме, ни по стилю. То есть вот эти аэрбейки даже, все это звучит неестественно. Вот это тебя... Оно все очень, пока еще звучит очень сыро, дико сыро вообще. Платина звучит поувереннее. Как будто как артист здесь он покрепче. То есть как будто он больше погружен в этот, в свой стиль, в свой свэг, в свою атмосферу, в свою красоту. Ему больше веришь. Да, то есть с точки зрения именно работы здесь... Для меня лично этот трек очень сырой. Это как... для меня это воспринимается как демка, как задел на какую-то более крутую работу. Как небольшая демонстрация скиллзов и выбранного стиля. Все, то есть мы такие артисты собрались, и мы такие, вот, давайте попробуем вот это, вот это, вот это. Давайте попробуем вот в этом направлении. Давайте вот это сделаем. То есть вот это вот попробуем раскачать, сделать вайб. То есть здесь этой нативности совершенно нет. И это меня лично вообще никак не прокачивает. Поэтому, ну, улыбает эта часть, если честно. Но платина звучит увереннее, вот честно. То есть платина здесь звучит посильнее. В целом трек очень сырой, дико сырой. Слушаем дальше следующий трек. Трэп Леди. Так. Потому что
Я объясню, что такое сырой, да, чтобы вы понимали. Бля, сырой, че ты там доебался? Смысл вот в чем. Когда ты делаешь на тебе, когда ты о чем-то поешь, что ты говоришь, и либо какие-то кидаешь. Суки, да, ты в это дико должен погружаться. Ты должен там находиться. Мы с пацанами очень крутые. Дело в том, что на районе мы... То есть, когда человек начинает стоять у микрофона, и когда он пытается передать определенный стиль, определенный образ, который у него есть в голове, и если он не полностью в него погрузился или не имеет огромного опыта работы с микрофоном и так далее, это отпечаток этого есть. Слышится артист, стоящий возле микрофона и делающий стиль, делающий. То есть, не слышится стиль, который он передает, который он... Да, который он пытается нам донести, не сам стиль, а артист, который пытается сделать этот стиль. Поэтому все эти вздохи, все эти протяги, все эти вот эти все нежные, аккуратные, вайбовые вещи, которые должны быть, они недоделаны, они недопилены. У них там то не то окончание, то эмоционально, то вздох, выдох. Вот, то есть он когда идет и доносит свою атмосферу, она у него, ну, слегка пластмассовая, потому что он сам ее не на 100% переживает. Очень легко сравнить с песней, вот, кстати, вот, например, да, вот с песней очень сильно 21-го года. Сравните эту песню, которую мы сейчас до этого прослушали, и песню WhatsApp, например. Все станет вам понятно, то, о чем я говорю. Песня WhatsApp 21-го года безумно крутая работа. Очень сильно. Там все дожато как надо у обоих. Вот просто как пример. Хочу объяснить, да, и развить свою мысль о том, что это, что я говорю, не дожато, что не хватает, что не так. Тут я не верю, просто артисты не убеждают меня. По факту это то, за счет чего я всегда говорю, что я, почему я не слушал русский рэп вот этого направления, так сказать, там, кого я слушал, там Отел, Скрип, были ребята, да, вот. Но вот такого направления, какой-то трэпчик очень интересный, вот такой легкий, певучий, да, красивый, лиричный, я просто не верил. И когда я в 21-м году начал слушать, да, какие-то вещи, вот в 20-м тоже неплохие, кажется, вещи были. Но вот это прям то, что вот, ну, это начало. В общем, это начало, то самое начало, за счет которого ребята, я думаю, показали себя на местном рынке, и те, кто, так сказать, не слушали особо работы западных артистов, они такие, ебать, как это круто и все такое. Я очень рад, что у них получилось. И, в принципе, тот кредит доверия, которым по факту вот таким работам выписывали зрители, слушатели, ребята оправдали, показав в 21-м году совершенно другой продукт, совершенно другого качества. Они выросли безумно, оба, да. Следующий трек. Трэп Леди, поехали. Леди, хочешь планет на моем районе дизайне. Дизайнер и пей 18, я тебе не верю, зая. Курим шоку, улетаем. Хочешь кык, мы с пацанами много, бля, употребляем. Делай стиль, кушай, мэн. Эй, дека, кушай, заня. Оджи Вуда, бля, шалаве. Сука, кушай, этот малень. Твой размер, как будто спалец. Каждый день на ногах разная пара. Твоя шалава представляет, что мы пара. Вижу тебя насквозь, я обладатель шарингана. Любви достойна только мама. Каждый день на ногах разная пара. Твоя шалава представляет, что мы пара. Вижу тебя насквозь, я Вот здесь я сейчас все-таки поставлю сначала этот трек, да, по крайней мере, Спарта Будды. Здесь, когда идет не вот этот ласково-бархатный шепчащий флоу, которому... Здесь, когда идет речитатив ритмичный, гораздо увереннее себя вот в это время чувствует Будда. По крайней мере, мне кажется. То есть для меня вот этот куплет, да, вот он начал, я не знаю, что будет дальше, но вот этот куплет, он уже гораздо крепче того, что было в первом треке, значительно. То есть он тут вот... Ему веришь, он более-менее на своем вайбе, на стиле, да. То есть каких-то прям диких погружений в трек пока нет. Но тем не менее, это вот его вайб, это ритмика вполне себе нормальная. Вполне себе сносная. Чуть назад перемотаю. Сука, кушай этот малень. Твой размер, как будто спалец. Каждый день на ногах разная пара. Твоя шалава представляет, что мы пара. Вижу тебя насквозь, я обладатель шарингана. Любви достойна только мама. Каждый день на ногах разная пара. Твоя шалава представляет, что мы пара. Вижу тебя насквозь, я обладатель шарингана.
Любви достойна только мама. 40 грамм марихуаны за ночь. На мне столько бензина, будто я заправка. Мне нужна, сука, лишь на ночь. Когда придет время, мне нужна руда фаната. Да ты будешь моей бэйби мама. Work, 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 как Риана. Маленькая сука берет тебя как падла. Съем ее жопу, это 2K18. Да, очень, очень однообразно пошел, он ничего нового не показал, очень слабые и ненатуральные длибы. Да. Вот опять же, часто говорю о том, что опыт артиста сильно показывается по эдлибам, по эрбэкам, по вторым дорогам, что-то когда происходит, по скитам всяким. То есть когда реально происходит работа, которая идет такая, работа на харизме, работа на нативности, на харизме. Когда артист показывает, что происходит у него на самом деле. Ты погружаешься в атмосферу, потому что он реально тебе передает ситуацию. Здесь с натугом все, да, с натяжечком таким идет. Да. Дальше. Твоя, блядь, моя, ты, блядь. Твоя, блядь, моя, ты, блядь. Твоя, блядь, моя, ты, блядь. Большая жопа, я бы съел все, что я всегда хотел. Холмин, пан, мэр, чел, мы едем, курим, мэр, джейн. Выдыхаю дым в окно, мне похуй на всех мусоров. Я курю доп всегда в дно, ты, блядь, моя, леди, хоу. Она наша трэп, леди, она наша трэп, бэйби. Она курит с нами швок, если не пьет хэнни. Она всегда супер фреш, носит брендовые вещи. Да, мы курим этот гес, лишь шаристами на трэпе. Лил шарик с нами на трэпе. Наша маленькая трэп-леди. Наша маленькая. Есть попытка поиграть в Федука, да? В самом конце прям. Короче, вот это слабо. Немного в мешанину превращается. Здесь сильная сторона платины, да, вот этот хороший вайб мягкий, он как-то потерялся сильно. Будда сделал довольно однообразно, с очень средними эдлибами. В целом трек здесь увереннее начал Будда. Так сказать, догнал, да, платину здесь. Ну тут платина тоже, конечно, не король, тут платина не 2021 года. Бля, очень не хочется засирать вот вещи, да, вот понятно, что это старый альбом, и, бля, именно поэтому я их не разбираю, да, я всегда говорю, что я люблю новое, и мне раньше не нравилось. Но раз уж вы настаиваете, вот, я буду душнить и ебать мозги, да. Здесь мешанина. С точки зрения вот второй дороги, эрбэков, очень звучит все в куче. Очень тяжело насладиться спокойным легким вайбом. Платина в основной капе идет довольно уверенно. То есть в целом у него здесь стиль поставлен лучше. Он увереннее вещает. Четвертый куплет. Ну-ка еще разок. Большая жопа, я бы съел все, что я всегда хотел. Холмин, пан, мэр, чел, мы едем, курим, мэр, джейн. Выдыхаю дым в окно, мне похуй на всех мусоров. Я курю доп всегда в говно, ты, блядь, моя леди. Она наша трэп, леди, она наша трэп, бэйби. Она курит с нами швок, если не пьет хэнни. Она всегда супер фреш, носит брендовые вещи. Да, мы курим этот гес, лишь шаристами на трэпе. Лил шарик с нами на трэпе. Наша маленькая трэп-леди. Вот наша маленькая трэп-леди вот здесь. Было неплохо. Да. В завершении. Смотрите. Наша маленькая трэп-леди. Маленькая трэп-леди. Трэп-леди. Наша маленькая трэп-леди. Вот здесь он хорошо спел. Хорошо спел, хорошо протянул. Трэп-леди. Четенько. И вероятнее всего на подсознательном уровне это оставило хорошее послевкусие, и поэтому трек заходит. Угу. Ну, в общем, вот так. В общем, вот так. А, ты не куришь. Следующий трек. Ничего тоже у нас нет, ничего не написано. Слушаем. Погнали. Cortez Black. Ну, у меня как тут платина будет, наверное, идти.
Биг Бэби Тейпа как будто бы. Сука, я курю, дурь, а ты не куришь. Вся моя братва говно, мы ублюдки. Досчитал до трех, эй, ты три, суки. Дал твои, бля, суки, в рот, а ты тупишь. Ты не куришь, ты не куришь, домой. Ты не куришь, хоть не куришь, дом. Нет, ты не куришь, ты не куришь, домой. Ты не куришь, хоть не куришь, домой. Рэперы пиздят про то, как они курят. Но я был на их концертах, у них нету дури. Они знают, что дурь всегда есть у Вуды. Курю дерьмо и пью говно, я молодой ублюдочка. Пока это самый слабый трек из трех прослушанных. Это надо было постараться, но здесь это реализовано. Вот. Вот этот флоу, который здесь выбрал Платина, на мой субъективный взгляд, совершенно не подходит ни по интро, ни по ни по куплету. Да, совершенно. То есть это я чего удивился, да. То есть вот то же самое было в Бандане, когда я слышал какой-то бит определенный, и эти биты совершенно разных артистов были. То есть какой-то бит ты слышишь, думаешь, так, ну это прям бит Тейпа, ну Кизару тут будет вообще мимо, просто мимо. Или наоборот, сейчас Кизару разъебет, как тут Тейп зачем? Здесь то же самое. То есть типа, чё, бит заиграл? Платина здесь. Ой, так. Я, кстати, да, еще раз скажу, да, то есть я не буду читать никакие надписи, что это там, какие-то там всевозможные там каверы и так далее, какие-то отсылки, но еще исключительно как реализовано. Как реализовано, как сделано. Все, только речь об этом. Опять же, возвращаясь, то есть обычное, ровное, ритмичное рэперское флоу в плане речитатив, не имеется в виду напевки, да, лиричность, а речитатив. Здесь, конечно же, на этом бите ложится гораздо лучше. То есть здесь залететь с точки зрения речитатива можно было бы прям заебись. Поэтому речитатив Будды выглядит здесь увереннее, чем не совсем, на мой взгляд, уместный стиль Платины. Поэтому если выбирать между тем, кто как реализовал этот бит, Будда залетел гораздо прикольнее. Насколько это реализовано с точки зрения харизмы, с точки зрения, опять же, эдлибов и так далее. Ну, это слабо, реально. Очень слабо. Но в целом, это хотя бы то, куда надо давить. То есть, это хотя бы оно. Оно плохо сделано, но это оно. Назад что-то мотаю. Ты не куришь, бой не куришь, домой. Рэперы пиздят про то, как они курят. Но я был на их концертах, у них нету дури. Они знают, что дурь всегда есть у Вуды. Курю дерьмо и пью говно, я молодой ублюдок. Мы на блоке в выходные, мы на блоке в будни. Заново, весь трек заново. Давай потерялся, по тексту потерялся. Сука, я курю, дурь, а ты не куришь. Вся моя братва говно, мы ублюдки. Досчитал до трех, эй, ты три, суки. Дал твои, бля, суки, в рот, а ты тупишь. Ты не куришь, ты не куришь, домой. Ты не куришь, хоть не куришь, домой. Ты не куришь, ты не куришь, домой. Ты не куришь, хоть не куришь, домой. Рэперы пиздят про то, как они курят. Но я был на их концертах, у них нету дури. Они знают, что дурь всегда есть у Вуды. Курю дерьмо и пью говно, я молодой ублюдочка. Мы на блоке в выходные, мы на блоке в будни. С нами твоя сука, она просто группи. Я взрываю ее кучи. Ей нравится, как я миксую пуму с Гуччи. Ты не куришь, ты не куришь, домой. Ты не куришь, бой не куришь, домой. Ты не куришь, ты не куришь, домой. Ты не куришь, бой не куришь, домой. Рэперы пиздят про то, как они курят. Но они даже не умеют троллить. Fuckboy, зайди на YouTube.
И посмотри, как ролить нужно ролик. Я курю весь день и пребываю в норме. Файбой, покури со мной, и ты, возможно, сдохнешь. Меня знают как... О, нихуя себе, ну-ка назад. Ролик. Я курю весь день и пребываю в норме. Файбой, покури со мной, и ты, возможно, сдохнешь. Меня знают как старого расту на блоке. Твоя кликуха, брокбой на районе. И посмотри, вот как ролить нужно вот ролик. Я курю весь день и пребываю в норме. Файбой, покури со мной, и ты, возможно, сдохнешь. Меня знают как старого расту на блоке. Твоя кликуха, брокбой на районе. Ты не куришь. Вот это неплохо. Вот это неплохо. Вот это четверка неплохо. Акцент расставленный, заебись. Прочувствовал, надавил как надо. Экспрессия, харизма. Вот это заебись. Самый сильный кусок пока. И в целом трек самый слабый. Кусок самый сильный из всех трех треков. И посмотри, как ролить нужно ролик. Я курю весь день и пребываю в норме. Файбой, покури со мной, и ты, возможно, сдохнешь. Меня знают как старого расту на блоке. Твоя кликуха, брокбой на районе. Ты не куришь, нет. Ты не куришь, дол, бой, ты не куришь, бой, не куришь, дол, нет, ты не куришь, нет, ты не куришь, дол, бой, ты не куришь, бой, не куришь, дол. Ну, битос норм. Ничего необычного, пианинка как будто слегка задрана по левому каналу. Так, в общем, да. Вот эта часть меня, честно говоря, удивила. Не ждал ничего подобного, я здесь не ждал вообще. Вот это, опять же, наверное, то, что здесь бывают прострелы иногда, как в треке группе, да, например. Вот бывают прострелы качества. Вот это они. Вот это хорошо. Вот это прям заебись. Это бы и сейчас нормально звучало. Вот этот парт в 4 строки. Базару нет. Очень естественно повалило прям и по ритмике, и по энергии. Заебись вообще. Да, кусок очень хороший. Все остальное руина, пиздец. Следующий трек, сок. Сегодня будет хорошо, но завтра станет. Трахать сок, пить сук. Слушаем. Сегодня будет like хорошо, но завтра станет плохо. Я употребляю все, что вредно для здоровья. Выгляжу так хорошо, но сука, мне так больно. Нас трудно не расслышать, пусть и боль. У меня есть соус, у меня есть сок, у меня есть соус, у меня есть сок, у меня есть соус, у меня есть сок. Она тупая сука, но дает хороший мозг. У меня есть соус, да, у меня есть сок. Я хотел уехать с блока, но так и не смог. 20к зеленых я потратил все на долг. Да, трахнул эту суку и я прыгнул прямо в Porsche. Опускаю водный на Рублевке и мне похуй. Трахнул твою суку без гандона и мне похуй. Керосити много, наркоты на моем блоке. Я себя пару заново и теперь я мертвый Соник. Сегодня будет хорошо, но завтра станет плохо. Я употребляю все, что вредно для здоровья. Выгляжу так хорошо, но сука, мне так больно. Нас трудно не расслышать, пусть и бой, мы курим громко. Меняем погоду, прокачал свою суку, и больше не надо ходить на работу. Превратил понедельник в субботу, прокачал твою суку. Просто пью сок и мне похуй. У меня есть соус, у меня есть сок, у меня есть соус, у меня есть сок, у меня есть соус, у меня есть сок. Она тупая сука, но дает хороший мозг. У меня есть соус, да, у меня есть сок, у меня есть соус, у меня есть сок, у меня есть соус, да, у меня есть сок. Она плохая сука, но дает хороший ток. Неплохо реализованная песня, кстати. Неплохо реализованная песня. Прекрасно понимаю, почему у нее очень мало прослушиваний, потому что она не дает такого вайба, напевок, музыки, мелодии. Она сложноватая. Она сложноватая для прослушивания, для концертов сложноватая. Ну, имеется в виду, что типа не так под нее весело разъебываться, как, допустим, даже под там тот же Trap Lady, например. То есть, если совершенно без разницы, как реализована работа, тебе нравится музыка, тебе нравятся какие-то акценты, там ребята разъебывают на сцене, зайдет без проблем. Вот это, наверное, так.
менее интересно. Но, что касается реализации, прикольно. Попытка вот здесь была неплохая. По уровню не как те 4 строки в предыдущем треке, но тоже довольно неплохо. То есть старается менять, да. Старается. Очень хорошо здесь платина зашел. Очень хорошо здесь платина. По реализации вообще в целом довольно сильно. Ну, текст я не хочу разбирать. Текст с точки зрения там осуждения всего, о чем они поют, это само собой разумеющееся. Так-то. Вот. Плюс с точки зрения качества этого всего, да. Ну, для 18 года ок. Ладно. Кринжатура пиздец лютая с точки зрения текста. Я думаю, это все прекрасно понимают. Здесь речь о вайбе, поэтому на это я и обращаю внимание, что касается там, насколько тебя это вайбит, насколько тебя это прибивает, и ты такой уплываешь по музончику, уплываешь по биту, да. Так вот, чтобы уплывать здесь, да, сложноватый бит, сложноватый трек, но в целом под него можно поуплывать, да. То есть он неплохой. Можно я его еще раз переслушаю? Давайте я еще раз его послушаю. Сок трек. Сегодня будет хорошо, но завтра станет плохо. Я употребляю все, что вредно для здоровья. Выгляжу так хорошо, но сука, мне так больно. Нас трудно не расслышать, пусть и боль. У меня есть соус, у меня есть сок. У меня есть соус, у меня есть сок. У меня есть соус, у меня есть сок. Она тупая, сука, но дает хороший мозг. У меня есть соус, да, у меня есть сок. Я хотел уехать с блока, но так и не смог. 20к зеленых я потратил все на долг. Да, трахнул эту суку и я прыгнул прямо в Porsche. Опускаю водный на Рублевке и мне похуй. Трахнул твою суку без гандона и мне похуй. Нейросети много наркоты на моем блоке. Я себя пару заново и теперь я мертвый Соник. Сегодня будет хорошо, но завтра станет плохо. Я употребляю все, что вредно для здоровья. Выгляжу так хорошо, но сука, мне так больно. Нас трудно не расслышать, пусть и бой, мы курим громко. Меняем погоду, прокачал свою суку, и больше не надо ходить на работу. Превратил понедельник в субботу, прокачал твою суку, просто пью сок и мне похуй. У меня есть соус, у меня есть сок. У меня есть соус, у меня есть сок. У меня есть соус, у меня есть сок. Она тупая, сука, но дает хороший мозг. У меня есть соус, да, у меня есть сок. У меня есть соус, у меня есть сок. У меня есть соус, да, у меня есть сок. Она плохая, сука, но дает хороший ток. Слышу какой-то вайб Кизару, короче, вот не знаю, вот вайб Кизару слышу и пиздец, вот. Странное такое ощущение, но трек интересно звучит, трек звучит интересно. Трек хорошо, добротно собран, более-менее, нормально. На фоне того, что было до этого, это прям такой крепыш, реально. Следующий трек, группе. Ну здесь, да, здесь подкупает, конечно, вайб и музыка, пиздец. Сука, захотела дать мне топ. Конечно, можно, если дашь мне сделать фотку. Сука, нахуй, Филипп, мы курим ножки. Да, густой, как мой сироп, летит из бонга. Они знают, что мой звук любит на блоке. Мой город. Почему здесь такие хорошие длибы? Почему они такие нативные? Заново куплет. Да, густой, как мой сироп, летит из бонга. Они знают, что мой звук любит на блоке. Мой город дышит этим газом, это Лондон. Они пиздят, что они трудно, они позят. Они не курят, я курю быстрый, как Соник. Твоя подруга точно знает, я 300. Отдай мне больше, чем ты думаешь, что можешь. Ведь я не верю этим сукам, они зомби. Она танцует, будто обожалась Молли. Мой блок это мой стиль, так пахнет там низи. Как же я пью Мария, твое лицо как иней. Мои глаза как мыло, над облаками дыма. Твоя девочка, просто моя грудь. Я не знаю как... Ну охуеть, да. То есть этот трек прям на голову сильнее всех предыдущих треков. Прям точно. Прям полностью погружает он в вайб. И вот полностью передает атмосферу здесь, да.
платина. Твоя девочка просто моя грудь. Я не знаю, как тебе сказать натуре, но походу твоя сука меня любит. Да походу твоя сука меня любит. Твоя девочка просто моя грудь. Я не знаю, как тебе сказать натуре, но походу твоя сука меня любит. Да походу твоя сука меня любит. Курингас, это грязь твоя, блять, со мной сейчас. Суки сами нас находят, не приходится искать. Курим доп, сладкий став, она курит первый раз. У суки красные глаза, я забыл, как тебя звать. Лена, Вика, Настя, Кристина, Алиса, Мария, Аня, Вера, Надежда, Любовь, Катя, Даня, Кики, Дашуля, Наташа. Я запутался во сколько, дым летит куда он хочет, он свободен, эй. Меня воспитал мой город, я звезда на блоке, эй. Говорит, что любит, она говорит так многим, эй. Кэша не бывает много, хоу, мне нужно больше, эй. Сука из Канады, и мы курим с ней в посольстве, эй. Будущие звезды, платина и OG, но дать твоей малышке, эй. Кришуля и Роберт, и она довольна. Твоя девочка просто моя грудь. Я не знаю, как тебе сказать натуре, но походу твоя сука меня любит. Да походу твоя сука меня любит. Ну, бля, очень-очень нативно они передают этот вайб. Очень легко. Это очень удачная песня. Если бы не эта песня, все остальные работы лично для меня. Ну вот сок, да, но... То есть сок это не хит. Оно это крепкая работа, крепкая нормальная работа. Но это не хитовая песня. Вот это хит пиздец. Потому что оно погружает тебя в этот вайб, оно утапливает тебя в этой картинке, в этих образах. Все очень простенько. Очень хорошо расставлены длибы. Очень простой, понятный текст. Там, подпевать что угодно, блядь, можно. Да. То есть это прям такая, это локомотив, короче, этого. Пока, по крайней мере, это локомотив этого альбома. Просто пиздец. Это очень вайбовая штука. Очень красиво они тут оба выдали, справились, четенько вообще. Возможно, бит прочувствовали. Еще, ребят, очень важный момент, да. Взять вот того же Маркула, да, вот альбом последний. Слушаешь на одном бите этого человека, вроде скилл тот же, все то же самое. Совершенно по-другому он передает вайб бита, настроение. Вот с Куоком, например, у них биты, да, пиздец они чувствуют друг друга. То есть это тоже немаловажный момент. То есть, возможно, артисты просто, так сказать, и свой вайб искали в то время еще. И какие-то битмейкеры, там, продюсеры подходили им, и они чувствовали их, могли, так сказать, с ними симбиоз замутить, с какими-то не могли замутить. Вот, поэтому, типа, еще в этом немаловажный вопрос. С опытом артист все-таки начинает понимать, да, типа, где он больше чувствует. Там у Трил Пива та же история была, вот мы когда слушали. Какие-то биты прям вот вообще его... какой-то продюсер, какие-то, типа, вроде тот же год, тот же релиз, совершенно другое восприятие, совершенно другое отношение его, так сказать, его реализация бита, да, вообще другая. Может быть, тут та же история, не знаю. То есть, ребята, ну, в принципе, норм битос, да, типа, залетим, а там раз, и нету химии между битом. А вот тут она есть, блядь, вот в этом треке химия есть, пиздец. И тут какие-то аспекты, вот понимаете еще какая, в чем тема? Если харизма льется... То есть, если человеку нравится музыка, он прям пиздец кайфует, то какие-то даже технические погрешности, они будут сглаживаться. Они будут сглаживаться тем, что ты ему веришь. Вот ты ему веришь, и он дает тебе нужный вайб. И чуть-чуть у него там что-то где-то не получилось, он что-то где-то не дотянул. Но он искренен в этом. Он искренен. Оно у него... Так это прям все, блядь. Ты в это все чувствуешь, это все, да. И ты такой, да, бля, да, это реально круто, это вайбит, это качает, это оно, это заходит, бля, он реально рассказывает, как оно есть, это верится. Вот. А если человек старается показать какой-то стиль, вот это самая руина, пиздец. То есть, когда он такой, так, вот тут вот можно вот так вот сделать. Вот оно вот так вот идет. То есть, самое... Вот почему плохи байты? Чем они плохи, да? Вот байты там конкретных песен, других артистов и так далее. Хорошо, когда ты только начинаешь это делать. Вот ты послушал, попытался испытать свой речевой аппарат, свои возможности, свою экспрессию, свою харизму, попробовать. Но если ты на постоянной основе как артист занимаешься байтом, то ты просто перекладываешь чью-то задумку на бит, сам делая это. Но ты не можешь переложить его чувства и его эмоции. У
У тебя не получится этого сделать. Ты не сможешь сделать хит такой же, как вот он условно сделал. Потому что если это хит у какого-то англоязычного артиста, то он прочувствовал эту музыку просто дичайше, просто слился с ней, он влюбился в нее, он выдал цельный продукт, комочек, блядь, вайба, комочек качества, блядь. Вот. Чтобы выдавать такое, надо слушать музыку, чтобы она тебя разъебывала. Просто сама музыка, сам бит, который ты ни разу не слышал. Это не должен быть какой-то там переписка, перебивка чего-то. Ты врубаешь этот бит, начинаешь под него разъебываться, и тебя уносит, это, у тебя ритмика сама идет, ты начинаешь рассказывать какие-то вещи, какие-то образы у тебя в голове возникают. Ты видишь, что, какие-то то ли сожаления, то ли какие-то рассуждения. Ты начинаешь... Все, пошел, ритмика, слова какие-то, дук-дук-дук. Что-то на фристайле собрал, бах, нахуй, вот он трек. Все. Конечно, все, конечно, вдохновение, конечно, какие-то моменты, артисты всегда вдохновляются какими-то песнями, какими-то стилями, все супер, это все очень круто, вообще без вопросов, без базара, вот, но вдохновение это прикольная тема. Не знаю, здесь ли так, но я, по крайней мере, верю, вполне может быть, что они там условно эту песню взяли там, да, откуда-то полностью срезали, я такой, сейчас ебать, какая оригинальная работа, без понятия, честно, если это байт, я не узнал этот байт. Если это не байт, ну супер. По крайней мере, я полностью верю тому, что здесь происходит. Вот и все. Это заебись работа. Сильнейшая, однозначно. Следующий трек Big Boy называется. 4.20. Охуеть. Платина, OG Buddha, Lil Crystal и Feduk. 4.20, 4 человека. Ёлки-палки. Ну слушаем, Big Boy, погнали. Produced by Black Mile. Эй, big boy, курим доп, да я блядь, дашь мне топ, я заберу ее с собой, так много звезд над головой, забираю эту мему и теперь я твой отец, мы курим газ и пьем отраву, дека прыгай, наконец я хожу в мерч от Янтага, она крутит жирный кейс, дека крутит своей жопой, она хочет это кейс, я скажу тебе простыми словами. Твое лицо сияет, будто это даймонд. Мы курим же и снег летит прямо на пальмы. Она возьмет на клыки, она это знает. Мама, эй, big boy, курим доу. Твоя блядь, дай мне топ. Я заберу ее с собой. Так много звезд над головой. Я на тарелке бабки. Ай, на кровати мои тати. Есть славы, мы будем тратить, тратить. Ты на смене, а она на пати, пати. Пати буме в нашей хате, хате. Я у нее теперь лишь новый папи, папи. Папи держит ее за два в хате, хате. Папи кормит ее с утра кашей. Я пума красный, мне не нужно драться. Эй, сель не купишь, даже не старайся. Эй, родись простым и сделай много баб. Работай много и умрёшь богатым. Эй, big boy, курим доп. Да я, блядь, дай мне топ. Я заберу её с собой. Так много звёзд над головой. Она просто маленькая, бля, о, бля, о, бля. Feeling like Jeff Hardy, real shit, you dig what I'm saying, little bitty ass bitch. Okay. I love you. Она просто... Я заберу ее с собой. Так много звезд, над головой. Она просто маленькая, бля, о, бля, о, бля. Feeling like Jeff Hardy, real shit, you dig what I'm saying, little bitty ass bitch. I love you. Она просто маленькая, бля, маленькая. Я думал, что-то будет, но мне показалось. Ай. На запястье айс, на моем завете. И когда очень жарко, капельки стекают. Огни мегаполиса привлекают. Но смотри, лил нига, как бы он тебя не схавал. Я давлю свои легкие газом. Настолько красные глаза, будто вселился дьявол. Уже буду худрич, называй меня Пабло. Если влюблюсь в малышку, превращу ее. Как бы он тебя не схавал. Я давлю свои легкие газом. Настолько красные глаза, будто вселился дьявол. Уже буду худрич, называй меня Пабло. Если влюблюсь в...
Вот это очень слабо. Вот это тоже. Слышку превращу ее жизнь в сказку. Мы ща не в Чикаго. Но мы курим джеларо. Look at the flick of the wrist. Это торнадо. Маленькая сука, хочешь, чтобы я был. Короче, в целом, да, вот все, что касается техники, даже каких-то быстрых, ну не прям так дабл таймов, да, но в целом. Что ты где надо сказать? Та-та-па-та-та-па-та. Что ты где буду читать, то бадинка-да-да-да-да-да. Оно как бы и ништяк идет. Оно идет заебись. А все, что касается вот вайба, когда он туда вот в платину, да, вот Федука, вот в платину, короче. Вот это вот все, вот прям, вот, блядь, такое, прям все такое нежное. Тут пока пробуксовывает он пиздец, вот вообще в целом на этом альбоме. Где-то надо вот так, норм. Где-то надо вот так, норм. Какие-то четверочки такие уверенные. Да, слово нормально все. А вот напевки такой лиричный Будда пока хуй его знает. Плюсь малышку, превращу ее жизнь в сказку. Мы ща не в Чикаго. Но мы курим джеларо. Look at the flick of the wrist. Это торнадо. Маленькая сука хочет, чтобы я был рядом. Аренды, бля, клуб, бля, мама. 300, эй, YSL, сука, чувствую себя как Гана. Эй, big boy, курим дом. Да я, бля, да с ней топ. Я заберу ее с собой. Так много звезд над головой. Короче, припев неплохой. Платина неплохо вполне здесь. Ну, нормально. Его музыка, его вайб. Кристалл мне не понравился здесь. И Будда мне тут не понравился. Да. Не додавливают. Не додавливают. Не вкручивают они в этот вайб. Нет. Опять высоко всему вино этот город. Я-я. Снова едет крыша небоскреба. Я-я. Снова эти парочки влюбленных. Я-я. Раньше думал, милость, сейчас мне стало похуй. А я думал, что все будет прекрасно. Тёлки в красной тачке, бетон там и яркие краски. На тебя я потрачу все бабки. Их не жалко. Ты Клеопатра. Вот чувствуете, да, разницу? Как играют аэрбэки у Федука. Там, блядь, невозможно доебаться. Он тонет в этом. Здесь, короче, прям, ну, вот на данный момент на голову скилл выше. Просто на голову. Чем у Будды и у Кристалла. Платина слабее. Технически, но по вайбу он нормально идет, поэтому нет такого сильного контраста. Здесь вот уже сформированный артист, Федук в данном случае. И ребята, которые, ну так сказать, полируют и создают свой стиль, да. И контраст такой нехуйственный. Опять высоко всему вино этот город, я-я. Снова едет крыша небоскреба, я-я. Снова эти парочки влюбленных, я-я. Раньше думал, милость, сейчас мне стало похуй, я. Думал, что все будет прекрасно. Тёлки в красной тачке, бетон там и яркие краски. На тебя я потрачу все бабки. Мне их не жалко. Ты Клеопатра. Я потерялся. И я еду на красный снег. Я люблю маму. Я скучаю. Ну, Федук забрал трек, и Платина исполнил нормальный свой парт. Вот этот трек такой, как бы, да. Сказать, что он затянуто звучит, не знаю. В принципе, если бы все выдали как вот на уровне, на стиле,
Хуй знает. Может и нормально было, может и не затянуто. Хотя я думаю, что многовато. Я думаю, что многовато реально. Долго. Припев, куплет, припев. Куплет, припев. Предкуплет, куплет, припев. Пиздец, конечно. Если подряд запускать куплеты, допустим, там, Кристалла, того же с Буддой, да, без припева, без вот этого, если хрон сэкономить, да. Ну, неоднозначный трек, и я понимаю, что здесь фит был, ну, ради того, чтобы сделать там всей братвой, без базара, все круто. Но как трек для репита, нет. Потому что здесь, мне, допустим, лично тяжеловато слушается. Тяжеловато слушается отдельные парты, ребят. Ну, слышно, короче, вот, блин, становление стиля, короче. Ну, следующий трек, «Млечный путь». Слушаем. Reality Beats. Эй, вся бабло летит на ветер. Млечный путь, мы на другой планете. Ты как звезда ночью в небе. Тебя сложно не заметить. Все бабло летит на ветер. Млечный путь, мы на другой планете. Ты как звезда ночью в небе. Тебя сложно не заметить. Курю грязь, я пью бензин. Это мама, она любит стиль. Твоя, блядь, это магазин. Заходи, плати, бери. Салара деним, реки на ногах. Будто я звезда, курим это газ. Твоя льет бензин, это дабл кап. Она любит стиль, а я люблю грязь. Вся бабло летит на ветер. Лишний путь, мы на другой планете. Ты как звезда ночью в небе. Не вайп платина вообще это. Тебя сложно не заметить. Все бабло летит на ветер. Лишний путь, мы на другой планете. Ты как звезда ночью в небе. Тебя сложно не заметить. Кузнецкий мост 20, ты там любишь одеваться. Карту всегда принимают, ты не привыкла к отказам. И между нами нет чувств, нам с тобой просто по кайфу. И мы никогда друг другу слов о любви вот не такая, скажем. Да? Идет плотником. То, как она пахнет, мне нравится ее запах. Моя маме не ведет себя, как тати. Хлопья летят наверх, вместе с ними. Разъеб. Вайб больше Будды здесь, и правильно, что он подобрал не тягучий, певучий флоу, а именно вот такой. Да-да, потому что здесь трек для такого флоу, поэтому платина тут как будто бы... Если идет лиричный, глубокий, певческий флоу, платина там король, здесь... И хорошо, я думал, сейчас Будда тоже будет петь. А он зачитал, да, на таком плотном флоу, и поэтому звучит это нормально. Вот он четко угадал с битом, он четко прочувствовал бит. Меня опять мажет, то, как она пахнет, мне нравится ее запах. Моя мама не ведет себя, как тати. Хлопья летят наверх, а вместе с ними и бабки. Вся бабло летит на ветер. Млечный путь, мы на другой планете. Ты как звезда ночью в небе. Вот Соди бы тут припев дать. Мне кажется, это был бы трек неплохой. Соды и Будды, да. Сода... Какого года? Девятнадцатого, не знаю. Хуй его знает, что там было 19-го. Типа вот Viva La Vida, да? Наверное, да. 20-й. Ну, слишком это, блядь, разница большая. Тебя сложно не заметить. Все бабло летит на ветер. Лишний путь, мы на другой планете. Ты как звезда ночью в небе. Тебя сложно не заметить. R&B клуб и Random Crew, да? Вот, то есть вот это, на мой взгляд, момент, да, где, типа, ну, не совсем платина бит это, например, не совсем это его стиль, например, отсюда. То есть Будда более-менее, да, хорошо залетел, почувствовал нормально по куплету.
Вот. Ну, такой трек неоднозначный, вот честно. Вот опять, вот как здесь сказать? Вот группе, да, группе разъеб. Это хороший трек. Сок-трек интересный, довольно крепкий. Есть парты неплохие в других треках от разных артистов. Все. Что касается именно прослушивания, вот прям конкретно. Группе можно слушать, сок может быть. Ну, не очень интересный трек. Он чистый технически. Это тот случай, вот, когда мы как бы даже вот с ребятами, с продюсерами про биты говорили. Есть треки, которые хорошо, биты, которые хорошо сделаны, но в них нет какой-то изюминки, они не очень цепляют. Вот тут, наверное, возможно, такой момент. Да, ну, сырой продукт, короче, реально, ребят. Блин, сырой продукт, очень хорошая проба пера, очень хорошая проба стиля. Я думаю, что лайвом это все звучит круто, потому что ребята раздают, вайбят, там, слэмится, стоят в толпе, слушать это все, все заебись, все супер. Но вот так, чтобы сесть и послушать, да, прям вот на серьезных щах погрузиться в атмосферу, для меня это, типа, не тот продукт, честно, не тот продукт. Как начало и задел для отработки стиля, который они развили в 21 году, да, пиздец. Вообще, даже то, куда Платина тот же пришел, потому что не сказать, что это прям развитие прямого. Вот как раз-таки многие же ждали, да, там, продолжение «Пятый круг», а получили то, что получили «Сосу Мьюзик», и такие, блядь, некоторые не понравилось. Я считаю, что это очень круто, куда он пришел. И по праву это альбом года, 100%. Вот, и Будда то же самое. Будда то же самое, в свои два альбома он пришел. Он «Детройт» — это вообще отдельная история. Поэтому все в порядке. Здесь, блин, задел. Здесь задел. Именно поэтому какие-то куски звучат хорошо, где-то прям четенькие, четенькая работа вот MC. И нравится мне, что здесь Будда показал во многих местах не певческий флоу, а именно такой ритмичный речитатив, который удался, в принципе, и был уместен на этих битах. Вот так вот, друзья мои, такой получился разборчик. Я думаю, что те, кто очень сильно топили за это и голосовали, будут негодовать жестко. Ну, не обессудьте, братва. Говорю все, что думаю, опять же, да. Наверное, поэтому вам это и нравится. Но этот альбом мне, к сожалению, не зашел. Да. Сравнивать с предыдущим альбомом Old Blood, наверное, не совсем честно. Потому что, во-первых, Бульвар значительно опытнее уже был на тот момент с точки зрения 2020 года. Сам по себе релиз гораздо позже. Вот, поэтому, ну, если сравнивать, то тут просто, ну, прям пропасть между Old Blood'ом и вот Сладких Снов, да. Но это не совсем честно, не совсем корректно, на мой взгляд, сравнивать, опять же. Вот. Тем не менее, я думаю, что это хорошо, что мы разобрали это, потому что если бы вот сейчас сменился год, и мы 3 года назад смотрим релизы, это был, наверное, последний шанс, чтобы разобрать Сладких Снов, потому что мы будем разбирать релизы 3 года назад, соответственно, с 19-го чего-то. Ну, может, какие-то супер спецэвенты, еще чего-то будет происходить, где будем разбирать еще более старые вещи. Но вот я думаю, что это хорошо, потому что многим было интересно узнать мое мнение. Мнение мое таково. Видели, да, еще новая движуха у нас, вот тут идет новая анимация. Мнение таково, что это задел и отточка, отработка стиля. Проба себя, проба пера, проба вайба. И игра, по факту, да простят меня слушатели и артисты, игра на неопытности, необразованности слушателя в том плане, что они это хавали вот, в 2018 году. Поэтому сейчас то, до чего доросли ребята, это круто, это прикольно. Надеюсь, будет еще круче. Но вот это задел того, чего мы слышим сейчас. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте в любом случае Лукас. Пишите комментарий, потому что если вы напишите Лукас и поставите комментарий, даже если вам не понравилось. Кстати, если вам не понравилось, напишите, пожалуйста, комментарий негативный, отрицательный, но по существу вопроса. Что именно не так? Где вы что согласны, чем не согласны? Я всегда читаю, всегда интересно, всегда мы прислушаемся к нашим зрителям. Вот. Вот так вот. Поэтому, в принципе, было интересно. Было интересно разобрать, было интересно понять, и было интересно дать вам свое мнение. Все, братва, большое спасибо. В принципе, я получил, что хотел. Сказать, что я... Да, я все-таки ждал как будто бы немного большего после того, как я послушал трек группы и подумал, что, может быть, там есть что-то еще, да. Поэтому слегка ожидания мои не оправдались. Но не оправдались ожидания, которые были построены на том, что я слышал трек группы, а оправдались ожидания касательно того, что я слышал старые релизы ребят и не ожидал от них ничего хорошего в этом плане. Они полностью оправдались. Поэтому всем огромный респект и до новых встреч.